Ну вот, брод на гору Малиновую. Нужно разуваться. Ну слушай, глубокий. Прям нормально. Я думаю, что по пояс будет. Вот так вот. Белорецк. 2 июня. Вода холодная. Ну а что делать? Переходить-то надо. Уже сводит. Ну давай, Лин, уже переходи. Ноги же остывают. В общем, когда ледяная вода в реке, то скотч немножко помогает. Без скотча не могли пройти. А где тут? Вот такой лайфхак, ребят. Пользуйтесь. Что ж, поднимаемся. Идем потихоньку. Такие вот подъемы. Ну, камера не передает. Нормально. Можно идти. Первый малиновый. Красота, конечно, напоминает инзерские зубчатки. Вообще красиво. Подъем хороший. Ну ничего. Идем. Потихоньку, помаленьку. Дошли до какого-то интересный факт. А, типа наведите QR-код, и будет вам интересный факт. Вот за лесом скрываются такие столбы каменные. А там, видимо, столик. Такой вот красавец стол. Тут имеется. С таким шикарным видом. О, красота вообще. А вон там, посмотрите. Вообще красота. Вот, поближе сделал. Вообще супер. Стоит того, чтобы подняться. Решили скинуть рюкзаки, чтобы попить воды, немножко отдышаться и пройтись по красоте. Опа. Рюкзачки. Я себе и подумать не мог, что на первой малиновой вот такая красота. Это просто вообще обалдеть. Очень похоже на инзерские зубчатки. Очень, прям очень. Там вон какая-то веревка. Интересно, что же это? Надо подняться, посмотреть. Что ж, решили пойти наверх. Вон туда. Там вон какая-то веревка интересная. Пойдем туда. Здесь кто-то тоже делал костровую. Тоже место хорошее. Уютное. К нам дальше. Да, красотища-то какая. Южный Урал, господа. Видимо, в этот камень кто-то когда-то вбил болт. И он, наверное, он оттуда вот свалился. Вот. Интересно очень. Вот тоже интересное природное сооружение. Да.
прям такая, козырек такой. А здесь такой интересный угол скалы, прям ровный. В общем, красота. Такие вот подъемы. Собираемся. Какие-то там виды открываются. Но пока не ясно какие. Природные ступени от корней. Вообще красота. Лучше не придумаешь. В общем, выходим на какую-то смотровую площадку. О, красота. Это мы еще не поднялись. Еще вон туда вот уходит. Сейчас дальше пойдем. Так, прошли чуть дальше. Фу, с другой стороны открывается вот такой вид. Вот. Это на город Белорецк. Вот он там, вдали. Фух, красота. Вот, сейчас приблизим. Вот. Как-то так. Город Белорецк. Там вдали Орвя-Крязь виднеется, сопка. Вот. Ну и мы, собственно говоря, пришли. Вот оттуда у вас Белорецка пешком. Не так далеко. А, забыл сказать, мы же были вон там внизу. Да, вон да. Там, ну. Вот на высоту деревьев поднялись. Карабкаемся по этим глыбам большим. Такие вот моменты. Сейчас посмотрим, что там дальше. Интересный тоже ландшафт. Такой под углом камень. Вот огромный просто. И там смотреть на что-то. Тоже вот огромный. Сейчас посмотрим, что там. Дальше. Вот. Опа. Ползем потихоньку. Что-то там высвечивается. О-о-о. Красота-то какая. Высвечится. Мы были вон там внизу. Снизу тоже клево. Огромный камень просто. Здесь нашли вот такие троса. Видимо, туда наверх. На самый. Не знаю. Но он металлический. И здесь уже вылетел даже. Вот. Подниматься по нему только в перчатках. Туда ведет. Вон какой распил интересный. Камни наверху. Вот такая красота. Полазили мы немножко по первой малиновой. Теперь идем к роднику набрать воды, а там уже посмотрим, где будем останавливаться. Так, в планах было, конечно, на второй, но, похоже, не получится на второй. Возле родника, наверное, заночуем. Время уже почти 9 вечера. Вот, в общем, по обстановке. Остановились на распутье. Уходит прямо и направо. Здесь вот родник внизу. Сейчас наберем воды, чтобы заночевать. Где, не знаю пока. Вот так вот просто из-под земли бьет родничок. И туда протекает. Добрались мы до малиновой все-таки. Кофе, костер. Отдыхаем. А там вон вдали меркают огоньки Белорецка. Плохо видно, конечно.
Всем спокойной ночи. Время 10 часов. Пора обедать. Поем все-таки до вершины, до Малиновой. Тут осталось совсем чуть-чуть добраться. Вчера пришли сюда уже поздно, в 10 вечера. Дрова тут заготовлены были. Палаточка. Та самая, которая не промокает, однослойка. Лезем наконец-то на третью Малиновую. Повыше еще заберемся. Витрина какая. Вообще, а здесь вот все спокойно. Вот, открываются виды. Так, здесь надо быть аккуратно. Карабкаемся. Вот. Это Малиновая. Там еще выше скала. Так. Опа! Вот мы и забрались. А вон ебанда большой бункер. Еще в снегу. Нашли смотровую площадку вон там. Сейчас спустимся туда. Вот буквально чуть-чуть спустились. Оказывается, здесь есть такой пятачок. Орлиное гнездо. Смотровая площадка. Кто хочет, так и называет. Вот. А наш лагерь вон там внизу. Красота. Тучи в Челябинской области, уже идет дождик. Привет челябинцам. У нас солнечно, плюс 25. Вот, тоже прикольный вид. Уютно, атмосферно. Во. Ну и засниму все это тоже на ширик. Широкоугольный объектив. Снимаю на телефон Poco X3. Красота, небо-то какое. А там идет дождь. А это тут растет можжевельник. Большой такой. И причем он хорошие корни. Прям стволистые. О которой мы смотрели на Зигальге. Там другой можжевельник. Здесь прям вообще такой. Там он получается как будто бы стелется по скалам. А этот прям растет. И вот тоже интересно, очень вырос, так кажется, можжевельник, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня. Колючий прям вообще. Прям хорошо вырос стебель. Спустились вниз. Такие вот прямые камни.
Вот спустились с Малиновой. Идем в сторону от Нурка. Здесь родничок. Такая атмосферная стена из корней дерева. Костровая, лес. В общем, тут можно отдохнуть и подкрепиться холодненькой водой родниковой. Очень интересная запрудина из дерева и родничок. Звук просто шикарный. Уже ближе к Отнурку подходим.